Приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я расскажу, как пользоваться P2P на бирже Bybit. Что такое P2P, я думаю, объяснять не нужно, это обмен между пользователями, если в двух словах. И вот, допустим, у вас уже есть аккаунт на бирже Bybit, если нету, то ссылка будет в описании под видеороликом. Итак, вам нужно сделать P2P обмен. Для того, чтобы зайти вообще в этот раздел, вам нужно нажать вот так вот «Купить криптовалюту» сверху, и вот. Вот P2P торговля, да еще и с нулевой комиссией на данный момент. Не знаю, как долго будет эта нулевая комиссия, суть не в этом. Значит, открываем. И здесь у нас все интуитивно понятно. Если вам нужно купить какую-то криптовалюту, то оставляете эту кнопку здесь. Если хотите продать, то, соответственно, нажимаете продажа. Ну вот, например, я хочу продать USDT, значит, я оставляю это на месте. Если вам нужно продать что-то другое, то вот ищите либо в поиске, либо из того, что есть, и меняете то, что хотите продать. Значит, здесь то, что хотите получить, сумму можно ввести, это можно и не вводить, но если вы введете, тогда отсеются продавцы, которые не располагают нужной вам суммой. Здесь еще, значит, способ оплаты. Тут имеется в виду то, куда вы хотите получить средства, но для того, чтобы вообще здесь что-либо начать, вам нужно настроить P2P центр своего пользователя. Если сюда зайти, то здесь, в зависимости от того, проходили вы верификацию или нет, будет отображаться все, что вы подтвердили. Вот у меня, допустим, почта подтверждена, телефон и верификация личности. То есть мне уже тут намного проще. Способы оплаты. Значит, если нажать кнопку «Добавить», ну, предположим, что вот вы скрилл решили там использовать, здесь просто указывайте свое имя, фамилию, детали оплаты. Тут имеется в виду то, что будет писать человек при переводе на ваш кошелек. Некоторые кошельки или банки бойкотируют криптовалюту, поэтому можно написать что-то на примере, вот как у меня, дизайн лого или там пошло-поехало. В общем, предположим, все вы тут настроили. И если для того, чтобы купить, то достаточно того, что вы там настроили, сразу можно приступать к обмену. Допустим, вы там фиатными деньгами кому-то на счет банка переведете, а вам криптовалюту на саму биржу. А вот, например, в моем случае, когда мне нужно продать, то эти монеты должны уже находиться здесь на бирже. И мало того, чтобы они находились здесь на бирже, они должны находиться в нужном разделе. Давайте я вам покажу, в каком. Откроем еще одну страницу со спотовым балансом. И вот давайте рассмотрим теперь на примере USDT. Я хочу их продать. Продавать я буду, предположим, $130. Нажимаю «Перевести». Теперь мне нужно их перевести со спота никуда иначе, как в раздел «Финансирование». Нажимаю вот так. Выбираем этот раздел. Теперь указываем сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить». Перевод внутри биржи бесплатный. Вот написано, что все успешно. Слева, кстати, вот есть навигация, где можно зайти в этот раздел и увидеть, что теперь здесь у меня вот 130 USD. Теперь смотрите, я хочу продать на бирже Bybit свои USDT. Здесь выбираю, соответственно, продажа. Тут ничего не трогаю. Если что-то сбито, то просто опять же вот так вот в поиске USDT вбили. Все, выбрали. Теперь вбиваю сумму 130, чтобы лишние, вот видите, лишние ушли. Кто-то может, допустим, продать до 1000, но минимум, допустим, от $50. Если убрать вот этот фильтр, то здесь, допустим, будет уже, вот видите, кто-то торгует от 5000 до 20. Ему не интересны такие сделки, как вот $130, например. Поэтому лишних мы отсеиваем. Причем здесь, кстати, смотрите, мы указываем в евро. Мне нужны, кстати, вот как раз таки евро. Теперь способы оплаты. Как я уже говорил, у вас должен быть настроен какой-то способ оплаты. В P2P центре вы все это настраиваете. У меня, например, настроен Paysera, поэтому я выбираю Paysera. И теперь биржа нам показывает только тех продавцов, кто желает продать нам евро, кто может принять USDT и кто может нам это еще и послать на нужный нам кошелек. В моем случае, вот видите, Paysera, везде есть Paysera у этих продавцов. Лучшие, конечно же, предложения сверху. Теперь смотрите, есть те, кто был в сети более 3 часов назад, и у него еще и курс похуже. Но это не значит, что если, допустим, я сейчас открою сделку, это все затянется надолго. Как правило, если открываешь сделку, они сразу как-то тут же и появляются. Но здесь есть курс получше, да еще человек в сети. Процент ордеров, которые он завершил, 98, что больше, чем вот этот вот, где 80%. Да и вообще у него 521
ордер против вот этих вот 15. В общем, это более серьезный продавец. Как видите, здесь до 20 тысяч евро у него резерв. И, соответственно, он этим прям занимается прям очень так активно. Что ж, нажимаем кнопку «Продать USDT». Здесь можно прочитать дополнительную информацию. Здесь у него много чего подтверждено, так же, как и у меня. Здесь он пишет заметку, что я плачу через IBAN. И я плачу с аккаунта друга. В принципе, мне без разницы, откуда он там чего платит, но биржи, как правило, рекомендуют все-таки не связываться с тем, кто платит вам с каких-то левых там счетов. Но, еще раз повторяюсь, много раз уже так все делал, ничего страшного. Здесь можно указать теперь сумму, которую мы хотим продать. Я просто нажимаю «Все». Теперь вот мы видим, сколько я получу в евро. И способ оплаты, естественно, выбираю вот тот, который у меня настроен, тот, который мне удобен. Все. Нажимаю теперь кнопку «Продажа». И вот, пожалуйста, что мы здесь видим. А видим мы здесь следующее, что платеж в обработке. 15 минут у него есть, чтобы вообще совершить этот платеж. Теперь к получению 122 евро 19 центов. Цена такая-то, такая-то, то есть курс. И общее количество USDT, которое сейчас биржей заморожено на моем счету. И как только он переведет мне вот эту вот сумму, я высвобожу ему свою криптовалюту. Здесь вот, как вы видите, еще есть чат, можно общаться, он просит email, потому что сейчас на данный момент он не знает, кому отправлять конкретно эти средства. Я ему, значит, отправил почту и телефон. Это то, через что можно переводить средства в приложении Paysera. И тут очень важно, чтобы вас не обманули. А обмануть вас могут как? Ну, допустим, сказать, я перевел, давай подтверждай. Ничего не нужно подтверждать до тех пор, пока на вашем кошельке не появится средства, которые должен переслать вам этот человек. И вот мы теперь можем видеть, что на моем счету появились средства. Перевод мне поступил, соответственно, я должен теперь передать криптовалюту. Также это было написано и здесь, но еще раз повторяю, написать может что угодно система, она не видит, был сделан перевод или нет. Вы должны лично сами убедиться, что средства поступили и вы их видите на своем расчетном счету. Деньги я получил, значит, нажимаю кнопку «Перевести». Здесь от биржи еще подсказка о том, что и как. Обязательно прочтите, если первый раз это все делаете, лишним не будет. Ставим галочку, что я подтверждаю полное получение платежа, и жмем кнопку «Подтвердить». Последний штрих – это код безопасности. Ввожу и снова подтверждаю. Вот и все, поздравляем, вы продали 130 USDT. Жмем кнопочку «Ок». Здесь также оповещение, что мы отправили средства покупателю. В общем, можно его поблагодарить. Thanks for you. Все. Вот так вот все было просто, ребята. Статус транзакции теперь вот с такой зеленой галочкой, потому что транзакция выполнена. Если это видео было полезным, обязательно поставьте лайк и пишите комментарий, было ли оно для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, здесь очень много тоже полезной информации касательно заработка. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.